Меня зовут Андрей Савченков. Компания наша называется Wind2Go. Находимся мы в городе Новороссийске, Краснодарский край, Россия. Но работаем не только по России, а также и по зарубежным направлениям. Наше основное направление в целом, которое объединяет все, это яхтинг и парусный спорт. Очень любим паруса и все, что с ними связано. У нас есть филиал в Новороссийске, в Геленджике, в Абрау-Дюрсо. Собираемся открыть филиал в Казани. У нас очень крутая команда, которая любит свое дело и делает его очень-очень хорошо. Проводим, кстати, мы любительские корпоративные регаты и говорят, что делаем это лучше всех в России. На самом деле, через увлечение, вначале вот я купил небольшую яхточку у нас на озеро и начал заниматься парусным спортом. Самоучка поначалу был, и потом друзья позвали меня за рубеж, в зарубежный круиз по Лазурному берегу Франции. Я распробовал это и подумал, что круто было бы заниматься чем-то таким. Выбрал себе, так скажем, занятие на всю жизнь, которое близко по духу. И первым нашим направлением было как раз-таки аренда яхт, чартер за рубежом. Мы были чартерным брокером. Ну и потом уже все это разрослось во все остальное, что я перечислял. Сложностей было огромное количество на самом деле. Во-первых, сложно было начинать и быть пионером в этой области здесь у нас, да, на юге России. Сложно было делать это все на высоком уровне, круто, качественно, тем более я перфекционист. Команда у нас не сразу набралась такая крутая и большая, да, сейчас у нас почти 40 человек, изначально у нас было трое. Яхты тонули, много всего было сложного, но через все сложности мы прошли, и сейчас у нас все хорошо, мы продолжаем развиваться. Битрикс мы пытались внедрить практически с момента, от самого начала создания компании, существуем мы чуть больше, чем 3 года. И поначалу это было сложно, потому что все-таки здесь нужна работа постоянная какого-то определенного человека, который следит за CRM-системой и внедряет ее в компанию. Да? Начинающим предпринимателям совет, во-первых, никогда не сдаваться. Даже если кажется, что все плохо, поверьте, мы никогда не знаем, где вот эта черта, когда попрет. Да? Нужно просто не сдаваться и действовать, что бы ни происходило. Упал, поднялся до тех пор, пока не взлетишь. Ну и, конечно же, пользуйтесь Bittrex24, оно действительно упрощает бизнес-процесс.